Парад машин состоялся в больших перемерках. Компания «Стройимпорттехника», входящая в состав холдинга «Техстройконтракт», презентовала в Твери спецтехнику китайского производителя «Шантуй». Гусеничные экскаваторы, бульдозеры, экскаваторы-погрузчики и грунтовые катки. В первую очередь хочу сказать огромное спасибо всем вам, что нашли время посетить наш праздник. Наш праздник ролл-шоу техники «Шантуй». Сегодня для вас будет выступать лучшая танцевальная группа Твери, и не только. Выступает кавер-группа. Ведет наш праздник Андрей. Лучший ведущий. Тверской области, Московской, насколько я знаю. Вот. И все лучше. И все это лучше для вас и для лучших клиентов техники «Шантуй». Как говорится, все лучше для лучших. Компания «Стройимпорттехника» является официальным и единственным дистрибьютором техники «Шантуй» в России. Клиентам «Стройимпорттехники» предлагается не только широкая линейка машин, предназначенных для эксплуатации в нефтегазовой, дорожной и строительной сферах, но также и сервисное обслуживание, отвечающее современным стандартам. Прошедшие специализированное обучение механики оперативно выезжают сразу на место эксплуатации техники для проведения необходимых работ. Расходные материалы и запчасти хранятся на складах в России, в том числе в Твери, в связи с чем срок ремонта сокращается до минимального, так как в большинстве случаев не требуется временная доставка из-за рубежа. Сестрой контракта мы работаем с 2000 года практически. Это с того момента, когда они только ходили на российский наш рынок, да, это была одна из самых первых компаний, которая могла предоставить импортную технику с достаточным пакетом услуг. То есть они первые, кто начали заниматься сервисом. Мы ценим за то, что они, ребята, очень отзывчивые на все практически желания клиентов, что касается и техники, и сервиса. Презентованная техника «Шантуй» отвечает современным стандартам качества. Корпус и ковши машин изготовлены из надежного металла. Процесс управления техникой автоматизирован, а кабина оператора оснащена системой климат-контроля. «Шантуй» – инновационная компания с большим опытом. Производство основано в 1980 году. В наши дни в исследовательском центре «Шантуй» проходит разработка новинок спецтехники, роботизированных и беспилотных машин. В ближайшем будущем инновационная техника станет доступна на российском рынке. Техника «Шантуй» очень хорошо себя зарекомендовал на российском рынке. Это связано с тем, что «Шантуй» сам производит двигатели, гидравлику и основные компоненты, такие как коробка, гусеничные движители. То есть все основные компоненты компания «Шантуй» делает самостоятельно. За счет этого обеспечит высокое качество и потребительские свойства компании. И хотелось бы добавить, что компания «Шантуй» очень долго была кооперация с таким лидером, как Komatsu. То есть все технологии Komatsu, они именно применяются в машинах производства «Шантуй». Презентация техники «Шантуй» в Твери запомнилась парадом машин, экскаваторов, бульдозеров, грунтовых катков. Желающие смогли самостоятельно убедиться в надежности машин и легкости управления, пройдя тест-драйв на гусеничных экскаваторах. Яркие эмоции гостям удалось испытать не только от знакомства со спецтехникой, но и во время выступления танцоров и музыкантов. Одной из самых приятных частей праздника стала беспроигрышная лотерея с эксклюзивными подарками от компании «Стройимпорттехника». А для опытных тверских бизнесменов презентация завершилась покупкой гусеничного экскаватора «Шантуй».